Вот кобылка, малышка. Жеребчик, жеребчик Тихон. Чуть больше месяца ему. Так что смотрите, вот выпустили жеребца сейчас. Надо покрывать кобылку. Выпустили жеребца во двор. Долго его не выпускали. Альфа всегда тут как тут. Смотрите, будет интересно. Пошли на чай к корыту. Жеребец с подругой. Кусает жеребца. Такие игры у нее. И сильно кусает. Альфа-нимфоманка. Она постоянно хочет, но не покрывается, не беременеет.